Восьмой забег на старте. С первой позиции спортсменка из Польши Белла Аида. Со второй позиции спортсменка из Китая Ванг Си. С третьей позиции спортсменка из Японии Нангачи Яки. И с четвертой позиции уходит спортсменка из Германии Пепа Константе Евтимье. Очередной фальстарт. Со старта на первую позицию вырывается спортсменка из Китая. Вот борьба на старте между спортсменкой из Польши и Японии. И польская спортсменка побеждает в этой единоборстве. Но эта борьба отняла у них время, скорость. И китайская спортсменка ушла вперед и с приличным отрывом лидирует в этом забеге. Польская спортсменка пытается догнать ее и одновременно оторваться от своих преследовательниц, спортсменки из Японии и Германии. Финиш. Первой на финише спортсменка из Китая. Второй на финише Белла Аида из Польши. Вот сейчас нам покажут на повторе вот этот элемент, момент борьбы. На старте такая борьба допустима, если не было падения. За это не дисквалифицирует. Если это, конечно, не хватание какое-то за комбинезон или за части тела. За это могут и дисквалифицировать, если судья посчитает нужным. Закончились забеги, предварительные забеги девушек на дистанции 500 метров. Вот